собирались сегодня в 4 часа здесь провести собрание книголюбителей. А потом увидели, что книга может и подождать, и пригласили людей, которые любят жизнь, которые хотят бороться за жизнь на своей земле. Последней каплей для нас стало последнее атомное испытание на полигоне под Семипалатинском. Вырвался газ, радиоактивный газ. Хотя специалисты говорят, что это благородный газ. Но в это очень трудно поверить, тем более, что если бы ветер подул в другую сторону, по расчету, считалось, что он подует в сторону Абаевского района. А он неожиданно подул в сторону военного городка. И поэтому стало известно, что газ все-таки неблагородный. И это облако заставило зашкалить все счетчики Гейгера. Мы, писатели, получаем каждый день письма из тех районов, из районов, расположенных вблизи полигонов, где приводятся потрясающие нас факты вымирания целых семей. И об этом мы тоже должны молчать. Никакие соображения обороны уже не заставят нас соглашаться с атомными полигонами на территории республики. Мы долго молчали, и первый же голос был услышан. И на первый же голос, я вижу, собрался народ сюда. Я считаю, что мы сейчас должны организоваться в движение, движение самое миролюбивое, самое мирное, самое интернациональное движение на Земле. Мы назвали это движение «Невада», в надежде, что наши единомышленники в американском штате Невада, которые блокируют атомный полигон там, найдут в нас своих собратьев по беде. И если эти два движения объединятся, может быть, наш голос, поддержанный общественными организациями, народами нашей республики и страны, народами зарубежных стран, заставят правительство атомного клуба государств, который входит в атомный клуб, сесть, наконец, за стол переговоров и подписать соглашение об окончательном запрещении испытаний во всех сферах. Мы должны выбрать сейчас председателя этого движения. Какие есть предложения, товарищи? Сулейменов, кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо. Я тоже. Обращение движения Невада к сторонникам движения за запрещение атомных испытаний в штате Невада. Гражданам многонационального Казахстана, к международной организации Greenpeace, «Зеленый мир», ко всем общественным, творческим и религиозным организациям страны, Комитету Международного фонда за выживание человечества, Советскому комитету защиты мира. Наше движение мы назвали «Невада» в надежде объединить свои усилия с единомышленниками, бойкотирующими атомный полигон в США. Далагадыйдер, хазыр шығамыз. Пусть они возьмут названием своего движения имя города Семипалатинск. Наши требования – закрыть атомные полигоны в Казахстане. Thank you.
нашу предложение. Я имею право говорить это, потому что знаю все это. Я сам являюсь капитаном запаса в отставке ракетных войск. Я 5 своих родных потерял от рака. Сам инвалид Отечественной войны. Поэтому я вношу предложение назвать не Семипалатинской, не Семи, а Казахстан. Потому что вся территория Казахстана почти повсеместно превращена в атомные полигоны. И нас уже не излечить, и мы своих детей заразили. Так, боже мой, хоть внуки, мои внуки, которые еще неизвестно когда будут, пусть будут живы и здоровы. Недавно я в советской печати читал, что в штате Невада дети не осваивают школьную программу. Ученые пришли к выводу, это результат ядерных испытаний. А что наши дети, они особенные, что ли? Жетінші танкімен бітірдім соғысты, Дрезден, Прагада. Я закончил войну в Праге, потом приехал в Семипалатинск. Учился в институте, женился, была большая семья, мать, отец, дети. Своих родителей и 13 человек близких родственников я потерял. Они умерли от рака. Мы раньше молчали, нельзя было говорить, а теперь... Спасибо ленинской политике. Спасибо Михаилу Горбачеву за то, что теперь у нас есть это право. Здесь речь идет о жизни, на самом деле, и смерти. Быть или не быть. Вот такой гамлетовский вопрос стоит перед нами сейчас. И осознать его нам дано, наконец. И это хорошо. И меня пронзали здесь выступления, слова, прозвучавшие с этой трибуны. Женщины говорили, женщины, которые потеряли многих из своих семей. Мы говорили, у нас 40 с лишним лет мира, а оказывается нет, была война, шла война, только незаметно для нас. Здесь раздавали слова «геноцид». Я с этим не согласен, потому что геноцид – это истребление только одной нации, одного народа. А у нас в Казахстане истреблялись все казахстанцы. Все 100 народов, которыми мы гордились. И поэтому спасение Казахстана – это дело не только казахов, но всех, кто считает Казахстан своей родиной, своим отечеством. Так я приветствую сейчас, благодарю вас всех, товарищи, за то, что вы откликнулись на зов писателей, пришли, высказались за ваши открытые лица, за ваши открытые слова, за нашу общую надежду.